В российских вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до окончания приемной кампании. Повторно сдать экзамен можно будет только по одному предмету. Этот вопрос на контроле у Миноборнауки России совместно с Минпросвещения России, Рособорнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В Госдуме ранее заявили, что такой механизм нужно реализовать в 2024 году. Он будет касаться всех предметов. В Рособорнадзоре отметили готовность внести соответствующие изменения в процедуру и расписание ЕГЭ в кратчайшие сроки.